Эфир нашего телеканала продолжает программа «Открытый регион». С вами Алексей Шемякин. Здравствуйте. Что самое главное в жизни для всех нас? Думаю, большинство скажет – здоровье и безопасность. Последнее вообще касается всех сфер нашей жизни, как показала практика. Именно о безопасности мы и будем говорить сегодня. Чувствуем ли мы себя комфортно на наших дорогах? Что необходимо сделать или уже делается, чтобы к этому прийти? В нашей студии заместитель министра транспорта Архангельской области Денис Кулижников и руководитель подразделения пропаганды Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения, Управления Министерства внутренних дел России по Архангельской области Николай Подшивалов. Николай Владимирович, Денис Александрович, здравствуйте. По традиции, мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопросы касаемо безопасности на наших дорогах, звоните. Номер телефона студии 211-385, код Архангельска 8182. Кроме того, вы можете скинуть свое сообщение в группу информационного агентства «Регион-29» ВКонтакте. Мы его обязательно получим, озвучим и, что называется, удовлетворим ваш запрос. Но начнем, наверное, со статистики. Николай Владимирович, какова обстановка сегодня на дорогах области, и если сравнивать с прошлым годом за текущий период? Да. Лучше? Хуже? Алексей, к сожалению, на сегодня нельзя сказать, что обстановка на дорогах области спокойная. Все-таки за 5 месяцев зарегистрировано почти 400 дорожно-транспортных происшествий, в которых 37 человек погибли и более 500 получили травмы. На сегодняшний день, если брать цифры, то это уже 41 погибший. Но, тем не менее, конечно, если посмотреть в сравнении с прошлым годом, то можно сказать, что принимаемые меры дают свои плоды, и общее состояние аварийности у нас, все показатели снизились порядка 15% к прошлому году. Но, повторюсь, это показатели региональные. Если же оценить ситуацию в разрезе муниципальных образований региона, то, к сожалению, у нас за 5 месяцев есть 2 района, это Лешуконский и Онежский, где зарегистрирован рост всех основных показателей аварийности. А самый важный показатель аварийности, связанный с гибелью людей, он увеличился в городах Архангельске, Северодвинске, Котласском и Онежском районах. А с чем вы это связываете, с чем-то, с какими-то? 41 погибший, все-таки это много. Ну, конечно, это много. Это меньше, чем было в прошлом году, на эту дату было 49. Но, конечно же, это много, это жизни людей, поэтому наша вся работа на то и нацелена, чтобы предупредить их гибель, чтобы сделать наши дороги безопаснее. Поэтому, ну, статистика, она на сегодня такова. Денис Александрович, а как сделать сегодня наши дороги безопасными? Что вообще входит в это понятие? Это самый сложный, наверное, вопрос. На самом деле, мы всегда понимаем, что безопасное дорожное движение зависит от трех составляющих. Это дорога, автомобиль и человек. Человек – это, наверное, самое главное в дорожном движении. То есть, если мы посмотрим статистику, то есть в определенный период времени у нас много погибших, связанных с пешеходами, когда выход в проезжей части в неположенном месте. Бывает, конечно, и водитель нарушает, не пропускает пешеходов. Такие были случаи. Сейчас лето начинается, да, это и велосипедисты, и мотоциклисты. То есть, а чтобы сделать безопасные дороги, ну, естественно, в первую очередь, мы должны соблюсти все требования ГОСТ к дорогам. То есть, дороги должны быть соответствовать всем требованиям по безопасности. Соответственно, люди должны соблюдать все правила дорожного движения. Автомобиль должен быть в прекрасной, грубо говоря, состоянии. Если говорить о том, кто же виноват в этом во всем, Николай Владимирович, больше водители или пешеходы, или какие-то другие факторы? Результаты анализа статистики аварийности показывают, что порядка 90% происшествий все-таки связано с нарушением правил дорожного движения, допущенными водителями транспортных средств. И порядка 10% это по вине пешеходов. У пешеходов два основных нарушения – это переход проезжей части в неустановленном месте, либо нахождение на проезжей части без цели ее перехода. У водителей букет нарушений, скажем, он шире. Это и несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение правил проезда тех самых пешеходных переходов, неподчинение сигналам регулирования, дистанция, выезд на встречную полосу, другие факторы. Ну и наибольшей трагичностью происшествий, конечно, характеризуется ДТП, связанное с выездом на встречную полосу. У нас произошло с начала года 35 подобных происшествий. Это менее 10% от общего количества, но в них погиб каждый четвертый. 25% от всех погибших погибли именно в этих происшествиях. Пьяных много на дороге? Ну, если коснуться аспекта пьяной аварийности, нельзя сказать, что мы ее победили. Мы потихоньку двигаемся в этом направлении. С начала года 40 происшествий с участием пьяных водителей. В них погибли 5 человек и более 60 травмированы.
Но, тем не менее, если, опять же, смотреть на показатели аналогичного периода прошлого года, то здесь снижение порядка 20%. Это не может не радовать. И впервые за последние годы у нас доля происшествий с участием пьяных водителей, она не превысила среднероссийский показатель, а даже немножко ниже его. Это каждое десятое ДТП, а по России это немножко больше. Поэтому, в принципе, с пьяной аварийностью боремся. Вот что нужно вложить в мозги водителя, который садится за руль в нетрезвом состоянии? Ну, я боюсь, об этом постоянно ведь говорим. Водитель, севший за руль в нетрезвом состоянии, боюсь, что у него уже те самые мозги отключились, в них уже сложно вкладывать. А вот до того, как он это сделал, конечно же, мы проводим достаточно широкомасштабную пропагандистскую деятельность. Мы показываем ролики, пишем вот эту статистику, в том числе с пьяными водителями. Конечно, их летальность данных ДТП в этом году у нас существенно снижена. То есть, если в прошлом году с участием пьяных погибли 15 человек за этот же период, то сейчас это 5. Мы двигаемся в нужном направлении, но не знаю, что еще вложить. В первую очередь, не приходится. Да, в первую очередь это нужно сказать на сегодня. Спасибо просто гражданам, в том числе гражданам, которые занимают активную жизненную позицию, которые сообщают в органы внутренних дел о подобных водителях. То есть каждый пятый пьяный водитель в регионе задерживается именно по сообщениям граждан. А если брать города Архангельск, Северодвинск, так это каждый четвертый. Уже граждане более 2000 сообщений передали в органы об фактах грубых нарушений, которые были отработаны. И, конечно, им за это большое спасибо, за их посильный вклад в общую безопасность. Ну, наверное, сыграло то, что, ну, как правило, я не знаю, какое-то стечение обстоятельств, да, когда происходит ДТП с участием пьяного водителя, пьяному, что называется, море по колено, да, как царапинами отделается, погибнут какие-то вот совершенно посторонние люди, пешеходы и так далее. Это встречается. Поэтому люди, наверное, задумались, что лучше предупредить ДТП, нежели потом какие-то последствия. Конечно, любой хочет вокруг себя на дороге видеть водителей адекватных, чтобы чувствовать себя в относительной безопасности, конечно же. Денис Александрович, вы смотрите, вы как дорожник, да? Что называется, плохие дороги ругают, хорошие дороги сделали, да, бьются. Вот где эта грань-то, что вообще делать? Где та золотая середина, чтобы можно быть уверенным, что ты безопасно себя чувствуешь? Ну, на самом деле, если мы сделали хорошую автомобильную дорогу, которой действительно скоростью, ну, хочется нажать на гашетку и ехать, да, у нас четырехполосных дорог очень мало, да, на которых. И вот предотвратить ДТП, связанные с выездом на встречное движение, это очень сложно на самом деле, потому что водители у нас, они даже трезвые, ну, любят погонять, им надо обогнать, не удостоверившись о безопасности. В первую очередь надо безопасность не только свою, но и водителей, которые едут навстречу тебе. Потому что вот эти ДТП, они действительно самые страшные. А ГОСТы нам не позволяют на сегодняшний день делать разделительные барьеры на двухполосных автомобильных дорогах. И вот, и тут уже коллизия такая, законодательство. Ну, это понятно, почему нельзя, потому что тогда бы вообще обогнать нельзя было. То есть, поэтому от столкновений мы на сегодняшний день только это, скажем так, в мозги вправлять. А вправлять в мозги, так грубо, конечно, наверное, сказано. Ну, это надо с детства вообще, грубо говоря, учить от детей, от мала, от подростков и до взрослых. Постоянное обучение, пропаганда на телевидении, которую все сейчас ведут, который мы, как раз наш региональный проект «Безопасность дорожного движения», который как раз и направлен на обучение, на предотвращение, непосредственно на меры по медицинскому обеспечению при аварии. То есть мы стараемся во всех аспектах двигаться на все. Потому что если мы только будем заниматься дорогой, упустив остальное, мы не добьемся никакого результата. Надо комплексный подход к этому решению вопроса безопасности дорожного движения. У нас стали поступать вопросы от наших телезрителей. Денис Александрович, к вам, наверное, может быть, и Николай Владимирович тоже подключится. Общий вопрос от коллектива авторов. Влияет ли состояние дороги на ее опасность? Опаснее ли становится дорога, если она убитая, грунтовка, например? Становится ли асфальтовая дорога опаснее, если у бордюра годами лежит песок? И что вы делаете, чтобы устранить эти недостатки дорог? Значит, давай по гравийным дорогам сначала, наверное. Очень интересный вопрос на самом деле.
Гравийные дороги, они опасны. Когда гребенка, так называемая, да, когда они не профилированы, неровные, это тоже опасно, потому что может выкинуть с дороги, когда на большой скорости. Да. Второе – это пыль все-таки. Когда клубы пыли, идешь на необоснованный обгон, можешь не заметить встречную машину. Вот еще опасность какая. Ну, скажем так, смет песка, который у обочин на асфальтобетонном покрытии, тут я не вижу как бы что-то опасное. Для, больше для пешеходов. Это наверное, больше эстетика. Да, больше эстетика. Наверное, даже я так сказал бы. Но о дороге асфальта, я уже говорил об этом, что на самом деле ямы на дороге – это, скажем, отдельные ямы, они опасны. Если вся дорога в ямах, ты уже не разгонишься просто. Угу. Поэтому на скоростных участках ямочный ремонт отдельный, ям надо постоянно выполнять, потому что на скорости влетишь в яму, может быть беда. Поэтому к ямочному ремонту всегда подходим, что как можно быстрее обеспечить ямочный ремонт на дорогах. Вот по поводу этого тоже есть вопрос от Федора из Архангельска. Только что сказали, что много смертей из-за того, что водители выезжают на встречную полосу. А что, если ямы на этой дороге заставляют выбирать именно такую траекторию? За это вообще кто в ответе? Все валим на дорожников или нет? Ну, на самом деле, я думаю, Николай Владимирович ответит. Это как, что каждое место ДТП, оно все-таки обследуется после того, конечно, как... Конечно. Каждое место дорожно-транспортного происшествия обследуется сотрудниками полиции при оформлении ДТП. Ну, и могу отметить, что в текущем году практически в половине мест их совершения выявлены какие-либо недостатки в обустройстве, содержании, состоянии участка улично-дорожной сети. Соответственно, вы каким-то образом доносите это до подрядчика, до властей города или там населенного пункта? Конечно же, привлекаются, во-первых, к ответственности должностные юридические лица, которые отвечают за данный участок и должны поддерживать его в безопасном для движения состоянии. Также им вносятся предписания на устранение недостатков, по результатам которых делаются контрольные проверки. Если требования предписания не выполнены, то также они привлекаются к ответственности. Цифры достаточно большие. Административная практика у нас в этом году, можно сказать, в разы превышает. То есть подразделения полиции активно контролируют именно то, чтобы у нашей уличной дорожной сети было как можно меньше недостатков. Они своевременно выявлялись, в том числе и до происшествия, конечно же, и устранялись. Я хотел бы отметить, что на самом деле не во время ДТП предписания выдаются. Они как бы видят, если недостатки в состоянии уличной дорожной сети, выносятся предписания на устранение этих недостатков. Мы знаем, что в этом году были огромное количество ям у нас на дорогах, как в Архангельске, так и других. И очень много было предписаний по устранению ямочного ремонта и по недостаткам в разметке дорожной. Подрядчик за свой счет их устраняет, если на гарантийке дороги? Ну, тут сложный вопрос. Те дороги, которые на гарантийке, там таких ям-то ведь нет вот сильных на самом деле. Вот, то есть это, вот мы сейчас даже обращали внимание, проводили как раз исследование всех дорог, которые находят на гарантийном обязательстве. То есть это они сейчас 2016 года, вот последние, которые еще уже с гарантии ушли, где-то ремонт, который выполнен в 2017 году, там мы проводили работы по гарантии. Особых таких вот значительных ям, ну, то есть это там проезжие дороги, скажем так, есть трещины, есть отдельные ямы, которые, конечно же, устраняются в рамках гарантийных обязательств. Вот этот вот федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», да, вот насколько это хорошее подспорье, в том числе и для безопасности на наших дорогах? Ну, во-первых, надо сказать, что он в первую очередь поспорит для того, чтобы сделать наши дороги качественными. Да? Второе, это именно, чтобы обеспечить на них безопасность. Раньше мы ремонтировали малое количество километров автомобильных дорог. Да? Сейчас мы ремонтируем региональные дороги больше 100 километров в год. Муниципальные дороги, это в агломерации, где-то ремонтируем порядка 35-36 километров в год. Раньше таких объемов не было. Ну и второе, естественно, выполняется комплекс работ по безопасности дорожного движения. Да, я знаю, у ГИБДД есть претензии некоторые в этом аспекте, но мы стараемся улучшить эту ситуацию, но тут есть вопросы к финансированию из местного бюджета на некоторые мероприятия по безопасности. А что за претензии, если не секрет? Не секрет. Это не секрет абсолютно. Получается, что в муниципальных образованиях на ремонтируемых участках дорог именно инженерное обустройство этих отремонтированных участков, оно по минимуму включается. Угу. Ограничивается, как правило, разметкой. Если же взять ситуацию прошлого года, то все мы знаем по городу Архангельску, Северодвинску, то есть сроки нанесения разметки были необоснованно затянуты, все ушло в зиму. И так мы и не увидели красиво размеченных, отремонтированных дорог зачастую во многих местах. Поэтому по этому поводу проинформированы органы власти, соответственно, и муниципалитеты, что данная ситуация недопустима на текущий год, в том числе, конечно же. Если еще ремарочку сделаю, на самом деле, почему мы и
в этом году пошли по пути, что мы проторговали все контракты в прошлом году еще. То есть задача сейчас в оптимальные периоды сделать, выполнить работы, чтобы успели и с разметкой. Это в том году действительно были затянутые работы. И мы где-то в октябре просто уже по погодным условиям невозможно было наносить эту разметку. И да и если бы это сделали, то либо на нас посмотрели как. Ну, зачем такое делать? Это просто на выброс, скажем так, это средство. А сейчас вот если мы уже видим, что у нас сдается одна дорога уже выполнена в Новодвинске, одна дорога сделана в Северодвинске, на подходе две дороги в Архангельске тоже где-то уже приемки работают. Угу. Там уже и разметка, и знаки, и все сделано красиво, и комплексно как бы подходим. То есть мы стараемся улучшить. Первый год, конечно, мы сделали ошибок много. Надеемся, что эти ошибки мы сгладим в 2020 году. Ну, проект вообще до 2024 года рассчитан. Еще, что называется, время есть. У нас есть небольшой ролик по этому поводу, к чему мы должны прийти к 2024 году, с каким километражом и так далее, хороших качественных дорог. Давайте его посмотрим, потом продолжим беседу. В Архангельской области началась реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он призван стать мощным импульсом социального и инфраструктурного развития Поморья. Сегодня лишь 15% дорог нашего региона соответствуют нормативам. За 6 лет действия нацпроекта их протяженность удвоится. Это почти 30% или 2166 километров всех региональных автотрасс. Стартовым для реализации нацпроекта в 2019 году на региональной сети планируется отремонтировать более 100 километров автомобильных дорог и завершить строительство еще 6 километров. В последующие годы объем работ по нацпроекту будет лишь возрастать. Среди дорог, ремонт на которых пройдет уже в 2019 году, автотрасса Усть-Вага-Ядрика. На это направление отремонтируют сразу 48 километров в трех районах. Трасса Вельск-Шангалы, дороги в селе Карпогоры и на подъездах к нему, трассы Усть-Ваенга-Осиново-Полюки и Костылево-Тарнакский городок, а также подъезд к Сийскому монастырю. Обитель скоро отметит 500 лет со дня основания. В Архангельской агломерации, в которую входит областной центр Северодвинск, Новодвинск и часть Приморского района, сегодня лишь 39% дорог опорной сети соответствуют нормативам. К 2024 году этот показатель составит уже 85%. В областном центре в 2019 году отремонтируют почти 18 километров городских дорог. В том числе участки Ленинградского проспекта до Окружного шоссе, Новгородского и Троицкого проспектов, улицы Урицкого, Дзержинского, Ленина, Воскресенскую, Смольный Буян, Павла Усова, а также левобережные улицы Нахимова, Зиньковича и Доковскую. В Северодвинске в текущем году планируется отремонтировать более 8 километров, а в Новодвинске 3,5 километра дорог. В Приморском районе по нацпроекту приведут в порядок более 2 километров дорог. Улучшение качества покрытия дорог должно за 6 лет снизить число мест концентрации ДТП на магистралях Архангельской области в 2 раза, а также в 3,5 раза сократить смертность в дорожных авариях. Еще одна цель нацпроекта – снижение доли дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, на 10% по сравнению с 2017 годом. Всего за 6 лет объем финансирования в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Поморье превысит 22 миллиарда рублей. Это «Открытый регион». Мы продолжаем программу. Хочу напомнить, что мы в прямом эфире. 211-385 – это телефон нашей студии, код Архангельска 8182. Или же ваше сообщение можете скинуть в группу информационного агентства «Регион-29» ВКонтакте. И по телефону, и сообщением оно обязательно до нас дойдет. Кстати, нам продолжают задавать вопросы. Денис Александрович, наверное, к вам. Надежда Богданович, когда будет дорога в Архангельске от Лучейского до Поморска по Советской космонавтов? Там находится 22-я школа, дороги нет. Дети не чувствуют себя в безопасности.
Да, согласен, там действительно проблемный участок автомобильной дороги, нет асфальтобетонного покрытия. Чтобы сделать дорогу с асфальтобетонным покрытием, необходимо выполнить капитальный ремонт на основании всех документаций, разработанных, прошедших экспертизу. Такая документация, самое главное, есть даже в городе Архангельске. Но с учетом того, что стоимость этого участка небольшая, а стоимость очень значительная, пока мы его включить в национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги не можем. Потому что если мы выполним работы на одном километре, будет они стоить порядка там, 300 миллионов рублей, то, соответственно, всего лишь один километр, а наша задача как можно больше ремонтировать, километров 20 делать. Но этот проект мы постараемся каким-то образом в ближайшие годы все-таки рассмотреть и продвинуть его, потому что действительно этот проспект бы разгрузило бы, немножко конечно, было бы очень хорошо. Там место изумительное, проспект был, мы сейчас делаем проспект от Поморской и до Гагарина, ремонтируем в рамках БКД, это большой участок, а этот участок остается пока не выполнен. Но там никогда не было асфальтобетонного покрытия, надо понимать, что надо сделать комплексно все. Понятно. И к вам вопрос, Николай Владимирович. Когда поставить светофоры на проспекте Новгородский, так как с вводом главной дороги и переезд стал небезопасным? Ну, да, действительно, на всем протяжении Новгородского проспекта была изменена схема движения с отданием приоритета транспортным средствам, движущимся по Новгородскому. На отдельных перекрестках начали даже формироваться очаги аварийности. Угу. И это после того, как капитально была дорога отремонтирована. Соответствующее предложение госавтоинспекции, они направлены собственнику дороги, мэрии города Архангельска, по инженерному обустройству, по принятию мер, необходимых для повышения безопасности на данной дороге, включая светофорное регулирование на отдельных перекрестках, включая обустройство искусственных дорожных неровностей для снижения скорости перед проездом перекрестка транспортными средствами, ну и для ограждений, установки соответствующих знаков, для оборудования всех пешеходных переходов в соответствии с требованием ГОСТ. То есть наши предложения даны, поэтому я думаю, что мэрия города должна прислушаться все-таки, поберечь граждан, да, города и принять эти меры все-таки для того, чтобы аварийности не было на Новгородском проспекте. Причем даже есть простые меры, как знак «Уступи дорогу» заменить на знак «Стоп». Даже вот такое, чтобы водитель, подъезжая, обязательно остановился перед перекрестком и убедился, что у тебя безопасный проезд. Там, конечно, есть много проблем еще с парковками, которые перекрывают видимость. Мы это тоже давали предложение. То есть предложение есть, мы очень надеемся, мы это рассматриваем на наших группах по безопасности дорожного движения. Давали предложение уже на протяжении нескольких месяцев, мы ждем реакции. А срок-то есть какой-то? Или когда захотят, тогда и откликнут? Ну, там срок заключения контракта, на самом деле. Они в контракт включили определенные виды работ по дорожным знакам. И, соответственно, вот сейчас контракт этот разыгран. Разметка уже началась, например, в городе Архангельске по данному контракту. Сейчас начнется установка знаков на Г-образной опоре также. То есть, и в том числе и на Новгородском проспекте мы уверены, что какие-то знаки появятся. Но для комплексности там надо еще больше мероприятий, чем просто знаки. Там необходимо действительно искусственный и светофоры, три светофора мы тогда рассматривали, что необходимо даже как-то так установить, да? Да. У меня вот такой вопрос, Николай Владимирович, хочу зацепиться за слово «ограждение». С вами вообще согласовывали городские власти или подрядчик, когда устанавливал по всему городу вот эти вот километровые ограждения серого цвета такие, и ставили, как люди пишут в соцсетях, где попало, как попало и так далее? Ну, ставили их, конечно же, не как попало. Их ставят в соответствии с ГОСТом на протяжении 50 метров от регулируемых пешеходных переходов. Другое дело здесь то, что, может быть, где-то не подошли углубленно к их установке в плане общей эстетики, в плане того, как они будут лучше смотреться, как это будет безопаснее, возможно, как лучше будет в последующем, в зимний период года, очистку дорог даже производить, потому что эти ограждения пешеходные, установленные в непосредственной близости от бордюрного камня, они будут мешать, если отвалами будет комплексных дорожных машин, снег убираться с проезжей части, отбрасываться. Вот. Ну и, соответственно, песко-соляная смесь, которая у нас на дорогах в зимний период присутствует, она тоже повредит их, наверное, внешний вид эстетический. То есть на многих участках, полагаю, что дорог областного центра можно было установить эти ограждения не между газоном, имеющимся и проезжей частью, а именно между газоном и тротуаром. Если в этом месте есть газон, то было бы гораздо эстетичнее, лучше, и, наверное, граждане бы меньше, как вы говорите, в соцсетях обсуждали эту установку. По поводу эстетики всегда вспоминается вот это установленное ограждение на улице Вучейского около здания правительства Архангельской области напротив рынка. Там тротуарчик, тут забор,
а тут ограждение, и буквально, может быть, 70 там, сантиметров, даже метра нет. И как вот вообще зимой там чиститься, никак не будет, наверное. И людям даже идут два человека, и с трудом можно разойтись. Тоже решили, поставили, да? Ну, есть проблема, но главное все равно не забывать, что для чего это делается, чтобы пешеход все-таки дошел до пешеходного перехода и вышел по пешеходному переходу, а не выскочил там, где водитель его не ожидает. А это на самом деле очень опасно. Много таких дорожно-транспортных происшествий. Водитель просто он не оглядывается, он видит пешехода, нет, он выскочил откуда-то. Поэтому тут тоже это очень важно, особенно у школ такое надо делать. Николай Владимирович, сейчас начался летний сезон. Доставляют вам неудовольствие мотоциклисты, те, кто на велосипедах ездит, на скутерах и так далее? Ну да, действительно, у нас пришло лето, погодные дорожные условия позволяют эксплуатировать двухколесную технику. Что касается, начну с последнего вопроса про велосипедистов, значит, с велосипедистами у нас зарегистрировано 12 происшествий, и только в одном усматривается вина самого велосипедиста. В остальных случаях наезд на велосипедистов совершили водители транспортных средств. Угу. Водители зачастую забывают о том, что велосипедист, который двигается по проезжей части, он такой же полноправный участник дорожного движения. Имеет те же права, что и они. И в определенных правилами случаях имеет преимущество. Ему необходимо уступать. А, к сожалению, у нас в областном центре буквально вчера такое происшествие случилось, когда водитель автомобиля не заметил велосипедиста и допустил наезд на него. Теперь, возвращаясь, если к мотоциклистам, то у нас ситуация с аварийностью с ними достаточно напряженная. И в текущем году уже было 26 происшествий с участием мототехники. 4 человека в этих происшествиях погибли, 27 травмированы, в том числе 4 несовершеннолетних. То есть в определенных муниципалитетах у нас рост аварийности. Это Северодвинск, Онежский, Пинежский, Холмогорский районы с участием мототранспортных средств. И скажу, что в большей части происшествий с участием водителей мототранспорта вина зачастую именно их усматривается. Как в совершении основных нарушений, так и в совершении сопутствующих, так называемых, нарушений. То есть из 26 происшествий в 20 случаях за рулем мототехники находились лица, не имеющие права на управление, либо лишенные такого права, заранее совершенные правонарушения. В 5 случаях они были пьяные. В половине, больше чем в половине случаев, водители мототехники не одевали, либо неправильно использовали мотошлем, то есть не застегивали его. И, соответственно, все погибшие мотоциклисты, все 4 погибшие гражданина в ДТП с мототехникой именно были либо без шлема, либо в неправильно застегнутом мотошлемом. Ну и также третья часть их была, управляла незарегистрированным транспортом. Вот такие нарушения, помимо тех основных, то есть это превышение скорости, несоблюдение сигналов регулирования, частое перестроение между рядами, это очень опасно. И, к сожалению, у нас зачастую мотоциклисты не хотят понимать, что они сами, появившись на дорогах вот достаточно недавно, с наступлением теплого времени года, они сами провоцируют аварии, а забывают о том, что, может, пешеходы, водители, они просто отвыкли ведь от того, что есть мотоциклисты, поэтому они их пока не замечают, тем более с учетом вот этой всей скорости, частых перестроений, то есть мотоциклисты делают так, чтобы их и не было заметно на дороге. Поэтому, конечно же, ну и используя мотошлемы, еще раз повторюсь, это на сегодня получается главный залог того, чтобы не получить смертельную травму все-таки. Поэтому нужно их использовать в обязательном порядке. У нас есть вопрос в тему, что называется, от Юрия Константинова. Появятся ли отдельные полосы или дороги для мотоциклов, велосипедистов и так далее? Ну, для мотоциклов-то не надо отдельной полосы, это точно, я знаю. Вот по велосипедистам это вопрос большой. Сейчас прорабатываются различные варианты. Потому что в чем проблема? Чтобы отдельную полосу сделать, надо расширить автомобильную дорогу. Конечно. В наших условиях это очень сложно. Да? Поэтому даже то, что было сделано в свое время на набережной, выделили для отдельную полосу для велосипедистов, это уже был большой плюс. Я думаю, эта работа продолжится. Город об этом продумывает. Я в этом знаю точно уже. Вот как в Сочи, например. Там же отдельная полоса. Для всех. Еще есть вопрос. Людмила Драчкова. Нет тротуара от трассы М8 до Пирсовой. Детей штрафуют, но куда им деваться? Негде кататься на велосипедах. Кто-то прокомментирует?
Я пока вот не представляю именно, где это получается. Это у нас в сторону Северодвинска, да, получается? Да, если да, ехать, это когда получается, тротуар нужен, необходим, получается, вдоль федеральной дороги или все-таки от воротки? Тут тоже немножко непонятно, потому что тротуары должны предусматриваться в черте населенного пункта. Если населенного пункта нет черты, то и тогда тротуары не должно быть на автомобильных дорогах. Еще есть пожелание, наверное, скорее от Александра Красавина сделать набережную полностью пешеходной. Об этом, кстати, очень много говорят уже несколько лет. И что, наверное, совсем ее закрыть для автомобилей все-таки невозможно, да? Ну, на некоторых ведь участках набережная все равно, если это город Архангельск, то она выполняет роль дублера от других городских улиц. Поэтому в избежание заторовых ситуаций, наверное, какие-то участки надо использовать. Это первое. Второе, полностью пешеходные в любом случае не сделать, потому что там большое количество жилых домов. Угу. И люди же должны приезжать к себе домой. Проезд только с набережной, да? Да, проезд к этим домам только с набережной, поэтому... Денис Александрович, к вам, наверное, вопрос, как дорожнику, да, курирующему эту сферу. Леонид Михайлович из Цыгламени. Когда появится дорога на улице Мира? От Матросова до 100 квартирных домов дороги нет вообще, хотя бы в этом месте улица Мира считается центральной, а по ней даже пешком не пройти. Ну, я обрадую, наверное, потому что в текущем году были дополнительно выделены средства. Это уже не в рамках даже безопасных, качественных автомобильных дорог. Это из регионального бюджета было выделено 150 миллионов. И еще практически столько же. И 50 миллионов добавил город Архангельск. На сегодняшний день уже два контракта на стадии заключения находятся. И улица Мира в Цыгламени включена в эти работы. То есть это значит, работа будет выполнена в 2020 году. То есть в этом году. У нас не так много времени остается. Вот такой, наверное, вопрос к вам обоим. Да? Что бы вы пожелали нашим гражданам, как водителям, так и пешеходам, то есть всем участникам дорожного движения вот в преддверии вот такого хорошего времени года, как лет? Я только одно. Безопасных и качественных автомобильных дорог вам. И все-таки соблюдайте правила дорожного движения. Вот пожелайте это, потому что, соблюдая правила дорожного движения, на любой автомобильной дороге вы сохраните жизнь себе и своим близким. Это самое главное. Не только жизнь, ну, не травм. То есть, надо все-таки беречь себя. А беречь – это все-таки правила не зря придуманы. Ну, это аксиома, мне кажется. Да. Ну, я немножко дам практические пожелания в том числе. То есть, у нас лето – это такая пора, когда... Ну, как правило, тем более с учетом нынешней эпидемиологической ситуации, у нас больше детей участвует в движении. Как в качестве пассажиров автомобилей, в качестве пешеходов, теперь еще тепло, в качестве велосипедистов. То есть детские лагеря и прочие организации, где дети должны были проводить летний отдых, они, к сожалению, на сегодня не открыты. Поэтому дети участвуют в дорожном движении. Вот. И взрослые, конечно же, должны помнить о том, как сберечь жизнь и здоровье своих детей. То есть... Если ребенок управляет велосипедом, то он должен понимать, что он должен быть в шлеме специальном, использовать специальные защитные приспособления, налокотники, наколенники, что каждый ребенок должен знать, и взрослый, конечно, тоже при управлении велосипедом, что нужно спешиваться при приближении к пешеходному переходу и переходить дорогу пешком, ведя велосипед руками. Ни в коем случае не выскакивать на дорогу на большой скорости. Вот у нас несколько дней назад было в Архангельске происшествие такое, что ребенок не на велосипеде, правда, а на самокате. Угу. На большой скорости достаточно выкатился на пешеходный переход в правильном месте, но лучше бы шел пешком. И получается, что водитель не сумел среагировать вовремя и допустил на него наезд. Вот. Поэтому, конечно же, дети и велосипедисты должны помнить об этом. Ну и детям до 14 лет на дороге въезд закрыт, согласно правилам дорожного движения. На дороге делать нечего. Да. Также много детей перевозится в транспортных средствах. Вот особенно это актуально была проблема у нас в прошлом году. Очень много пострадавших было детей-пассажиров. Поэтому также те, кто перевозит, их должны помнить, что нужно соблюдать правила перевозки детей. В обязательном порядке пристегивать их. А в установленных правилах дорожного движения случаях использовать детское удерживающее устройство, соответствующее весу, росту ребенка. Именно соответствующее, а не абы какое. Чтобы ребенок был надежно в нем зафиксирован и безопасно было. Еще один практический совет – это дети-пешеходы, опять же, как и взрослые, должны переходить проезжую часть только в установленных местах и только убедившись, что транспортные средства притормаживают, водители их видят и готовы уступить дорогу. Ни в коем случае не выбегать, даже в установленном месте. Ну и родители, бабушки, дедушки и прочие, кто владеет транспортными средствами, у нас уже опять эти факты начались, должны делать так, чтобы использование в их отсутствии этих транспортных средств детьми было невозможно. Убирать ключи и не давать, потому что дети берут мотоциклы, мопеды, а некоторые даже автомобили.
и начинают на них кататься с соответствующими негативными последствиями для себя, для окружающих, для своих сверстников, друзей, которые едут вместе с ними покататься. Поэтому вот касательно детей мои такие посылы нашим телезрителям. Не только детей, и взрослых тоже касается. Зачастую видно, когда они в неположенном месте перебегают дорогу и еще волокут за собой ребенка. Бывают и такие. Конечно. И в любой ситуации, в любом случае, конечно, прежде всего включать мозги, наверное. Да? А потом уже все остальное. Спасибо большое, Николай Владимирович, Денис Александрович. Заместитель министра транспорта Архангельской области Денис Кулижников и руководитель подразделения пропаганды ГИБДД УМВД России по Архангельской области Николай Подшивалов были гостями программы «Открытый регион». Самое главное, берегите себя и всех, кто вам дорог. Спасибо всем, кто нас смотрит. Будьте здоровы.